Желающим купить спиртного в ларьке на пересечении 22-го партсъезда коммунаров явно не повезло. С проверкой нагрянули сотрудники Департамента регулирования оборота алкогольной продукции и полиции. Изымают алкоголь не первый раз. 8 сентября отсюда уже вывезли 400 бутылок с пенным и горячительным, но владельцы продолжили незаконно торговать спиртным. Некоторые здесь же сразу и выпивают, закусывая бутербродами. Данный торговый объект реализует алкогольную продукцию без соответствующей лицензии, без специального разрешения на право розничной продажи алкогольной продукции. Изъято около 20 бутылок крепкого алкоголя и около 200 бутылок пива без подключения к системе ИГАИС. Кроме того, осуществляется реализация коньяка со старой федеральной специальной маркой, которая запрещена в обороте около года. Теперь в отношении владельца торговой точки будет составлено 4 протокола об административном правонарушении, а штраф составит 560 тысяч рублей. Всего алкогольной продукции по подсчетам сотрудников департамента изъяли примерно на 10 тысяч рублей.